Всем привет! За моей спиной стоит бас-гитара Трубадура, и как видим, она уже заметно почернела. Это потому, что я покрасил накладку на перо грифа и пикгард. Получилось достаточно похоже на оригинал из мультфильма. Впрочем, результатом покраски, качеством, я доволен не на 100%, что, видимо, связано с недостатками технологии покрасочной, которую я изобрел сам для себя. Я делал так. Сначала заклеил все пространство деталей, которое предполагалось сделать черным, малярным скотчем. И нанес этот белый кант с помощью аэрозольного баллончика. Затем снял скотч и покрасил все в черный цвет. Получилось вот так вот. Минус этого всего в том, что местами белая окантовка имеет не очень ровные границы. Я пытался подправить их с помощью ватной палочки, смоченной растворителем, но выходила мазня, и я отказался от этой идеи, и правильно сделал, потому что там, где какие-то образовались полупрозрачные незначительные мазки белой эмали на прозрачном фоне, я их, конечно же, не заметил, а потом, когда нанес черный цвет, они проявились. Не так, чтобы уж совсем явно и совсем заметно, но они есть. И это неприятно. Видимо, надо было делать все наоборот. Сначала заклеить скотчем те полосочки, где предполагался белый кант, нанести черный цвет, затем снять скотч, проконтролировать границы черного, которые гораздо лучше заметны на прозрачном фоне, чем белый цвет. Причем не подтирать с помощью растворителя, а соскоблить с помощью лезвия механическим способом, чтобы не было мазни. И затем уже аккуратно кисточкой нанести белый цвет в образовавшиеся такие дорожки. Но это мы сделаем, возможно, в следующий раз. Пока переделывать ничего не будем, потому что выглядит все равно нормально, скажем так. И этот проект носит экспериментальный характер. Над душой моей не висит осознание того, что это для кого-то делается и перед кем-то я отвечаю за качество работы. Вот. А сам себе я эти все недостатки, наверное, способен простить. Итак, работа продолжается. Следите за новыми событиями. Пока.